За прошедшие тысячелетия Италия – страна зарождения различных культурных сфер – архитектуры, философии, литературы, изобразительного искусства. Из великих итальянских мастеров-художников хочется назвать Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Боттичелли, чьи творения являются вершиной человеческого гения. Италия по праву считается колыбелью музыкального искусства. Стоит упомянуть имя Гвидо д'Ареццо, ровно 1000 лет назад основавшего новое письмо, нотное письмо, которым пользуется сегодня весь мир. Начиная от церковной, духовной музыки эпохи Ренессанс, которая позже, к 17-18 векам, попадает под влияние итальянской оперы, возникает знаменитая итальянская школа пения. А итальянская скрипичная школа и, конечно, на весь мир известная школа скрипичных итальянских мастеров – это особая тема, которая занимает особое почетное место. Согласитесь, друзья, Италия – это один из скрипичных центров планеты Земля. За многие годы, столетия, итальянские города – Падуя, Турин, Генуя, Кремона, Рим – это удивительный конгломерат сильных идей, новых открытий, сильных чувств, эмоций, радости невероятной и великой. Прозвучит музыка великого итальянского скрипача, виртуоза Джузеппе Тартини. Тартини принадлежит к числу корифеев итальянской скрипичной школы XVIII века. Это великий новатор, пытливый исследователь, талантливый педагог. Философия его музыки заключена в поиске вечной гармонии. Джузеппе Тартини. Концерт для скрипки с оркестром си минор. Солирует Джованни Анджелери.